Да сейчас говорить о том, кто что пытался делать, это уже демагогия. Это прошло. Вот я сижу и думаю. Сегодня утром в морге нашли жениха дочери моего товарища. Ну, искали его, нашли. И она в истерике перед свадьбой упала. Этот мальчик был самбист, красивый, высокий. Он проходил мимо вашего телецентра, и в него попала пуля. Я все время думаю о том горе, которые политики принесли своему собственному народу. Если политики не в состоянии охранить свой народ, народу придется думать самому о себе. Это очень плохо. Все, что я хотел сказать. Спасибо.